Приветствую вас на канале Инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. Актер Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире. Пластический хирург Джулиан де Сильва пришел к такому выводу после того, как провел расчеты по формуле золотого сечения, сообщает The Sun. В результате анализа пропорций лиц знаменитостей выяснилось, что 33-летняя звезда саги «Сумерки» близок к идеальному соотношению на 92,15%. Роберт Паттинсон стал абсолютным победителем, когда мы оценили все черты его лица по степени физического совершенства, заявил де Сильва. Второе место занял Генри Кавилл, известный по ролям в «Супермене» и «Ведьмаке», его результат – 91,64%. А бронза досталась Брэдли Куперу – 91%. Топ-10 самых красивых мужчин по версии пластического хирурга. Роберт Паттинсон – 92,15%. Генри Кавилл – 91,64%. Брэдли Купер – 91%. Брэд Питт – 90,51%. Джордж Клуни – 89,91%. Хью Джекман – 89,64%. Дэвид Бекхэм – 88,96%. Идрис Эльба – 88,01%. Канье Уэст – 87,94%. Райан Гослинг – 87,48%. В октябре хирург таким же образом проанализировал пропорции лиц женщин-знаменитостей. Самой красивой он тогда назвал Беллу Хадид, в тройку также вошли Бейонсе и Эммер Хёрд. Согласны ли вы с тем, что Паттинсон – самый красивый мужчина в мире?